Всем привет, ребята, с вами снова Хик, и в сегодняшнем видеоролике у меня реально есть что вам показать. Опять что-то необычное, оригинальное и крутое, что позволит вам заново посмотреть эту игру GTA San Andreas, что, конечно же, сломает все ваши шаблоны об этой игре. Ну а перед тем, как начать, ребята, если вы вдруг играете в GTA San Andreas мультиплеер, заходите ко мне на Arizona Red Rock, регистрируйтесь моему никнейму Дэнни Хикс, а также при шестом левеле вводите мой промокод HIKFAM, family, семья, разумеется, вводите при шестом левеле и получайте крутые бонусы. Ну а теперь немножечко о самой модификации. Я знаю, что вам хорошо зашел ролик с хаус модом, он очень всем понравился, надеюсь, вы также поддержите этот ролик своим лайком, потому что это действительно что-то крутое и уникальное. Представляю вашему вниманию мод Рандомайзер, созданный буквально вот на днях. Что же делает эта модификация, ребята? Так вот, перечисляю все то, что делает данная модификация. Данный мод делает рандом абсолютно во всем. В трафике, в цветах автомобилей, управляемости и даже диалоги. В этом видеоролике мы с вами пройдем самые такие каноничные миссии, которые знает абсолютно каждый игрок, который хотя бы раз в жизни играл GTA San Andreas. И вы все сами поймете, что же этот мод делает. Вы будете просто в шоке, потому что когда я первый раз его запустил, я просто выпал. В общем, давайте будем начинать. Мне не терпится вам показать это безумие так называемое. Погнали! Аэропорт Фрэнсис Сити. What? Совсем ничего необычного здесь нет. Синяя тревога, перевести прожектор в режим повышенной точности. What? В смысле? А! Вау! Ковис! Какого черта ты делаешь? И даже не спрашивайте, почему я начал именно с этой миссии. Не по ту сторону рельс. Мимасная миссия, интересно, как рандомайзер сгенерирует мне автомобили в этой миссии. Держись крепче, детка! Да, как я говорил ранее, рандомайзер также генерирует рандомные диалоги. То есть диалоги, они... нормально, это вполне нормально. Поезда ходят по дороге. Все хорошо, ребят. Вот. Тачка Биг Смоука, конечно, тоже поменялась. Все хорошо. Ну-ка. Так. На чем же мы будем сейчас гнаться за поездом? Hey, what's this, that? Да. Не все передвину. Конечно. Диалоги вообще не связанные с миссией происходят. Лол, what the fuck? Я не хочу это делать. Что? Поедем на этом за поездом. Нет, камон. Как я это сделаю, по-вашему? А видим, как поезд, ну поезд-то не изменился, разумеется. Поезд у нас просто поменял цвета. Давай, Смоук, стреляй. Смоук, просто сделай это. Тоже клевое место, где вы должны парнишку катать на капоте. Интересно, на какой машине я сейчас буду это делать. Что? А где он сам? А вот он там, в текстурах. Класс! Прикончи этого ублюдка, что? Ну вы понимаете, что это за миссия, да, думаю? Эй! Твак! Это наша собственность. Почему все так поменяло, все? Такой рандом. Вот это действительно рандом. Лодка, блин, что? Что? Бедные NPC просто им приходится выживать на лодках ездить. Что? Поезд! Это наша собственность. Да! Буррито! Ок. Я поеду на такси, Биг Смок поедет на какой-то хрени. Райдер едет на буррито! Буррито! А, это Свит едет на буррито. Окей. Свит едет на буррито. What the fuck? Так, интересно, какая сейчас тачка появится у Райдера? А! Пони!
Окей, пони так пони. Так, уборка урожая. Так, чем они хотят заменить мне комбайн? Интересно. Надо было на косилке ехать. Fuck this. Кто комбайн находится на поле? Далеко не комбайн. Ну, поехали. О! Мой комбайн превратился в воду! What the fuck? Что за хрень? Это ведь работает, что самое главное. Воду выбрасывает сено. Вы когда-нибудь такое видели? Безумие. Я нет. Что? Ха-ха, на дырчиках. Санкинг! Вот. О, трактор хоть нормальный. Единственный. Трамвай! Ну, конечно, пацаны, как же без финальной миссии? Так. Карл, нет времени, не болтани. Он едет на чите? Там... Я на автобусе! Что? Я на автобусе в финальной миссии, а этот на чите, там Пенни. Это нечестно, черт побери. Это, блин, нечестно. Как? Эй, чита. Come on! И причем он держится, это все работает, я просто в шоке. Есть такая интересная миссия, называется Stone Way, где вам нужно на байке запрыгнуть в самолет. Интересно, как с рандомайзером это устроено. What the fuck? Самолет с ними летит! Я в это теперь должен самолет залететь? В кукурузник? На чем интересно? На чем? Самое главное. Эпичный момент, на чем я буду это делать? На комете! Серьезно? Как я это сделаю? Я это сделал! В смысле? Мне просто стало интересно Just Business. О, хорош. Тачка как бесмока, просто цвета другого. Более яркого, более свежего и нового что-то. Неужели там реально появятся байки сейчас? И за мной будут ехать байки на этой миссии. Ну как по канону. Чертовщина, блин, в диалогах просто полнейшая. Так, ну-ка. Что? На дырчике поедем. А за нами интересно, что будет. Мопед. Вы представляете? Мопед на этой миссии. О, вау. Пони. Окей. Вау. Безумие просто конкретное. И в качестве смертельного автобуса выступает тоже пони. Тачка пони. А, они просто на машинах. Ну, супер, супер, супер. Да. Охренеть, не встать. Вам тоже безумно интересно, какие тачки будут на тусовке лоурайдеров? Мне вот реально безумно интересно. Сейчас через секундочку узнаем. Вау! Ремингтон! Безумие! Это клевая тачка. Итак. What? На полицейской тачке, которая, блин, прыгает. What the fuck? Разрыв шаблона максимальный просто. Ставка, конечно же, это. Так, ко мне садится девочка. И мы начинаем тупо флексить на Ремингтоне. А мой оппонент флексит на полицейском ранчере. Что? Каждый раз переобуется. Какая-то непонятная. А на этом, ребята, у меня все. Надеюсь, вам ролик безумно понравился. Это реально крутая модификация. Это
вообще другие совершенно эмоции. У тебя просто разрывается весь шаблон о GTA San Andreas. Вообще ее представление, что там должно быть. Все ссылочки на мод, я, разумеется, оставлю в описании. Качайте, пользуйтесь, веселитесь, это здорово. Установка безумно простая. ASCII-файл кидаем в папочку скрипт в корневой папке с игрой. Вот и все. А я надеюсь, вы поставили этому ролику лайк. Я вам безумно благодарен. Скоро на 100 тысяч на канале. Я безумно счастлив этому моменту. Спасибо за лайк, ребят. Спасибо за подписку. Спасибо за комментарий. Блин, очень крутые ребята. Я рад стараться для вас. Все. Всем пока. С вами был Хик. Успехов!